21 веке только сильная, здоровая нация может быть конкурентоспособной. Поэтому я поставил перед правительством задачу к 2020 году привлечь 30% населения страны к физкультуре и спорту. Қайырлы күн, құрметті хандар мен мырзалар, уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья. Миссия Федерации футбола Казахстана – создать такие условия, чтобы каждый мог найти себя в футболе, став причастным к этой великой игре. Для массового занятия футболом детей и молодежи по всей стране необходимы качественные футбольные сооружения и поля. FIFA и UEFA разработаны специальные программы для развития инфраструктуры футбола. Федерация футбола Казахстана подала заявку по программе «Хет-трик» на выделение финансовых средств для строительства манежа с полноразмерным футбольным полем. По итогам заседания комитета УЕФА казахстанская заявка была одобрена. И сегодня я не буду говорить о далеком будущем казахстанского футбола. Я хочу представить вам его настоящее, осязаемое и понятное, перспективное и яркое, современное и надежное. Это то, с чего начинается большой футбол для самого юного игрока. Это дом футбола «Астана». Футбол кишина. Федерация футбола Казахстана для строительства дома футбола приобрела земельный участок площадью около 3,5 гектара в самом центре нашей столицы. Площадь застройки составит более 14 тысяч квадратных метров. «Астана футбол кишина» – административный офис, в котором будут расположены все субъекты, заинтересованные в успешном развитии казахстанского футбола. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Деревья, кустарники и цветочные клумбы. Специально для болельщиков мы установим большой экран, на котором будем транслировать самые важные матчи казахстанских команд. Продумана большая и удобная парковка на 500 автомобилей. Сам дом футбола – это трехэтажное здание, где на первом этаже будет расположен футбольный спортбар, музей и фан-шоп для болельщиков и игроков-профессионалов. На втором этаже расположится современный фитнес-центр и офисы для сотрудников профессиональной футбольной лиги. На третьем этаже расположится футбольная федерация Казахстана. В доме футбола будут проходить конференции, круглые столы, обучающие семинары, курсы повышения квалификации и многое-многое другое. Ну и, пожалуй, самый главный объект дома футбола – современный крытый манеж с полноразмерным футбольным полем, 100 на 60 метров с искусственным покрытием самого последнего поколения. Это позволит детям круглый год заниматься футболом, оттачивать свое мастерство. Манеж обеспечен зрительскими трибунами на 1000 мест. Ожидается, что ежедневная проходимость манежа составит 200-250 детей. Из манежа юные футболисты смогут попасть в командные раздевалки с душевыми санузлами и массажными комнатами. Манеж будет обеспечен тренерскими, судейскими комнатами, а также комнатой для официального лица матча. Продуманы условия для журналистов, это пресс-ложа, зал для пресс-конференций и многое-многое другое. Сметная стоимость строительства ориентировочно составит 3,2 миллиарда тенге или около 8 миллионов евро. Проект реализуется по программе государственно-частного партнерства. В строительстве дома футбола «Астана футбол кишины» примут участие УЕФА,
Акимат нашей столицы и Федерация футбола Казахстана. Планируемые сроки реализации проекта конец 2017 года. Федерация футбола Казахстана ставит задачу, чтобы до 2026 года в каждом регионе нашей страны успешно функционировало не менее одного подобного манежа. Все это делается для наших будущих звезд, звезд казахстанского футбола. Благодарю вас всех за внимание. Назарларыңызға рахмет.